Во время новогодних каникул отдохнуть с пользой в детском оздоровительном лагере «Сокол» смогли не только юные спортсмены. Активные, интересные творческие выходные организовали для детей, которые учатся в школах Рассказовского района. Спортивно-творческие выходные прошли с 4 по 6 января. Школьники играли в баскетбол, волейбол, соревновались в веселых стартах, играли в лазертаг, демонстрировали свои хореографические и вокальные таланты. В завершении каникул в село Подоскляй приехали преподаватели из Дома детского творчества, которые организовали игровую программу «Миссия невыполнима» и мастер-класс «Зимние фантазии».